Сегодня в Чебоксары прибыла делегация из Анталии. С этим городом у столицы Чувашии побратимские отношения уже более 10 лет. В делегации представители мэрии Анталии, бизнесмены. Сегодня они встретились с главой города Леонидом Черкесовым, депутатами Чебоксарского горсобрания и чиновниками городской администрации. Чебоксары и Анталия – города побратимы. В рамках этих отношений официальные делегации нередко наведываются в гости друг к другу. Сейчас черед турецкой стороны. В прошлые годы стороны обсуждали возможность организации медицинского туризма. Представители Анталии говорили о своих возможностях в трансплантологии. Вместе с тем обсуждали открытие ресторанов в лучших турецких традициях, приобретение недвижимости за рубежом россиянами и другие темы. В ходе нынешней встречи турецкая делегация вновь подтвердила свое желание войти на российский рынок. Теперь с проектами в сфере городского хозяйства. Очень приятно, что мы уже встречаемся здесь не просто так, чтобы поприветствовать друг друга, поговорить о каких-то там делах общих, да, мы уже начинаем говорить о более конкретных партнерских отношениях. О том, что представляет собой городское хозяйство Анталии, в депутатском корпусе Чебоксар знают не понаслышке. Глава города Леонид Черкесов вкратце отметил развитую инфраструктуру города-побратима, современные биологически очистные сооружения, слаженную работу городских служб. Турция интенсивно развивается, и тем более Анталия. Мы вот посмотрели у вас действительно. И очень много хороших проектов, которые вы у себя внедряете. И мы хотим тоже, чтобы у нас вот Чебоксары тоже, чтобы интенсивно развивались. Без Чебоксара, друзья. Мы для вас опытные партнеры как по инвестициям, так и по отношениям со Всемирным банком. Надеюсь, что мы сработаемся. Перед Чебоксарами стоит вопрос благоустройства. Нужно реконструировать учреждения культуры, здравоохранения, совершенствовать инфраструктуру. Впереди командный чемпионат Европы по легкой атлетике и празднование юбилейных дат. 550-летие Чебоксар и столетие чувашской автономии. Город должен преобразиться, и под это предусмотрены солидные средства – 25 миллиардов рублей. Судя по всему, это не секрет и для турецкой стороны, которая с самого начала встречи заявила об интересе к муниципальным и государственным проектам. Но вот что конкретно собиралась предложить делегация Анталии чувашской стороне, какие именно проекты, это обсуждалось уже за закрытыми дверями, без прессы. Ольга Григорьева, Николай Яковлев, Республика.